Мода на чистоту набирает в последние годы большие обороты. Вот и на первом субботнике, который только открывает традиционный весенний месячник благоустройства, собралось немало поклонников этого экологического тренда. На улицу вышли и простые граждане, и те, кто круглый год делают город и район чистыми и комфортными. Так, сотрудники муниципального предприятия «Дорсервис» присоединились к акции практически в полном составе. Такое мероприятие, которое позволяет жителям города и района задуматься о том, что от нас самих, в том числе от нас самих и в большей степени от нас самих, зависит та среда, в которой мы живем. Места уборки территорий были организованы на 12 площадках Видного, а также во всех уголках Ленинского района. Одной из таких точек стал Советский проезд, где расположены излюбленные места отдыха жителей – Тимоховский пруд и сквер у кинотеатра «Искра». Приходить на субботник можно и нужно налегке. Весь необходимый инвентарь – грабли, лопаты и, конечно, мешки для мусора – предоставляются организаторами. А вот улыбку и позитивный настрой точно не стоит забывать дома. Пришла на помощь людям и уборочная техника. Машины одна за другой вывозили полные мешки. А значит, задача привести в порядок тротуары и газоны, убрать остатки снега, ликвидировать даже малейший мусор – все справились на ура. Здесь живем, и хотелось бы весну встречать в чистоте и в таком благоустроенном, красивом городе. Отрадно, что приобщаются к акции и дети. 11-летний Никита Федин засучил рукава и энергично очищал Тимоховский пруд. В каждом городе надо убираться, то есть поддерживать чистоту. А юная видновчанка Елизавета Матюшина пришла сюда вместе с мамой. Девочка привыкла всегда и во всем ей помогать. Не стал исключением и субботник. Я хожу с мамой на субботники всегда, чтобы убираться и доставлять людям радость чистотой. Нужно убираться не только дома, еще и на улице. Каждый год всегда выходим на субботник, хотим, чтобы наш город был чистый, красивый. Убираем мусор, чтобы людям было приятно в выходные гулять, идти вечером с работы. Пополнить ряды неравнодушных жителей может, конечно же, любой желающий. Субботники запланированы на весь апрель. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.